Добрый день! С вами я, Светлана, мой канал «Огранка души». В этом году я поднимаю бокал за себя, за водолейку, рожденную 26 января. Человек, который дан высшими силами для решения кармических задач и вопросов множеству людей. И в этом году я поднимаю бокал за себя любимую. Признательна за отзывы, не важно, что они отрицательные, положительные, важно, что они резонируют в вашем сердце. И я ничего в этой жизни не боюсь. Мне много раз приходилось эту жизнь начинать с нуля. Я очень много рисковала раз. Меня предавали, подставляли. Я всегда на метле. Я всегда готова к новому. Переменам, путешествиям, к знанию, к решительности, к стремительности. В мою жизнь должен войти точно такой же человек, как я. Я тот человек, который умею решать вопросы, какие бы сложными они ни были. За вашей спиной ведется очень много интриг. Вами манипулируют, вас обижают, на вас негативят. За вашу ресурсность и за вашу стабильность. Водолея нельзя обижать. Водолея – это звезда. За нее решают высшие силы. Водолей – человек, который способен в этой жизни поднять с колен самого сложного человека, когда кажется, что земля уходит из-под ног. Водолея нельзя обижать. За него всегда стоят высшие силы. Его любит Бог, ее любит дьявол, это дочь дьявола. Человек, который, знаете, как всегда открывается второе дыхание. Как открывается всегда второе дыхание. В сложную минуту защитная реакция, второе дыхание. Она всегда находит пути решения. Человек, который видит человека насквозь, как только он откроет рот. Человека, у которого много планов, проектов. Смотрите, она каждого человека выводит новый путь. В этом человеке любой человек ищет спасителя, который помогает словом, поддержкой, своей теплотой. Способность вывести человека на новый путь. Это в этом сила, в солнечном состоянии души человека, в светлой энергетике. Этому человеку суждено быть счастливым. Говорю сразу, что бы там ни было, у вас всегда есть новый путь и новое направление. Это новый путь и новое направление выбираете вы. И кто бы рядом ни был возле вас, никому не позволяйте себя заземлять, обижать. Вы всегда сможете разрушить все болезненные ситуации. Здесь показано, если у вас есть человек водного знака в этих энергиях, который пытался вас себе приручить, изменить вас, что вы сделали? Вы вынесли ему мозг. И человек это прекрасно понимает. Почему? Тот, кто вас пытается что-то делать, всегда высшие силы наказывают. Ну, сразу там вверх трубят, и все, и пошло. Лучше не трогайте, не обижайте. Здесь человеку остается только одно. Или взять ответственность за водолея и поддержать его во всех начинаниях и действиях. И это есть жизнь, и это есть реальность. Тогда будет счастье, тогда будет все. Потому что она такая, кто с мечом придет, от меча и погибнет. Это жизнь показана. Ее любят животные, ее любят дети, любят все показано. Все любят. Почему? Потому что она манкая, притягательная, общительная. К ней тянутся люди.
она, знаете, она находит всегда баланс и равновесие, она умеет медитировать. Она уходит тогда в себя, закрывается и начинает медитировать, потому что Тамаки – волшебник. Человек, который умеет балансировать энергии. Человек, который может двигаться вперед по жизни. Львица сильная, обуздает любого льва. Кто бы что ни говорил, ни угрожал, Маки – волшебник, очень творческая личность, может развиваться в разных направлениях, показано. Человек идущий, человек, который может многое начать в своей жизни. Человек не раз уходил из кризиса, показано, из кризиса, менял работу, искал баланс и равновесие. Столько было болезненных ситуаций, столько раз ей протыкали, показано, стержень жизни, да, на что, позвоночник. Всего было в этой жизни. И радость, и с горем, неудачи, только все смотрели на результат. А сколько интриг, сплетен, разговоров показано. Друзья предавали, подруги предавали, пытались планы, проекты ваши разрушить. Вот здесь показано, для кого-то даже семью разрушили. И кто? Да? Вы здесь показано, ушли в новую семью, новые отношения. Человек, который может, умеет любить, быть один даже. Человек не боится оставаться один. Не боится оставаться в состоянии одиночества. Человек, который постоянно, вот как отшельник, но очень ресурсный, очень стабильный. Смотрите. Здесь у человека показано, словно человек несколько раз умирал и заново поднимался. Здесь были операции, здесь показано, все было. Много раз умирал и поднимался. Кто-то даже в запой уходил. Показана ситуация такая, человек спать не мог, негативил, потому что его подставляли на его магичили, что только не делали. Но люди просто не знали, что этого человека нельзя обижать. Откаты сразу возвращаются. Поэтому не надейтесь, что вы сможете обидеть Водолея. Если вы обидите Водолея, откаты сразу поступят к вам. Сразу. Почему? Потому что узнаете это по состоянию здоровья. Маки волшебник. Просто все дороги открыты. Идите туда, где рассвет, где есть любовь. Вы научились отбивать атаки, вы научились бороться с теневыми силами, с негативными показано. С дьявольскими зависимостями. Да, почему? Потому что выбрали новый путь направления. Вы очень сексуальная, очень манга, очень красивая показана. Здесь партнерство, ревность такая. Ух ты! Мужчина вам сделает предложение. Здесь будет шикарно, свадьба, шикарно просто. Вы будете довольны, столько будет цветов и глав таких больших. Ух, как классно! Вы не представляете. Вас здесь так пытались бросить со счетов, магичей, как я разговаривала. За вашу ресурсность, за вашу стабильность. А вы так, а как этот, знаете, как вот тоненькая такая ниточка, да, или дорожка. И вы держите баланс. Уверенно, сильно. Говоришь, хрен меня совнешь. Ничего не получится вам со мной сделать. Я и только я. И все, что меня окружает, красота мира, энергия, ресурсы, земля, воздух, огонь, вода, это все во мне. Все во мне. Все сбалансировано будет. Почему? Потому что я императрица, очень сильная женщина и дома знающая, стабильно, ресурсно показана, наполнена любовью. Ух, сколько показано интриг. Да, пытается разрушить ваш мир и покой, другие женщины пытаются возле вас находиться, вас сосать за вашу ресурсность. Но вы четко понимаете, кому что надо. Вы это позволяете. Вы научились менять свою жизнь. Вы не боитесь идти, оставлять, уходить, начинать. Это супер, это сила. И этот бокал я поднимаю за себя любимую.